В Аверском районе в местечке Адарган потомственный чабан Каракат Дангак занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота. В 2021 году он начал разводить яков, и на данный момент в его хозяйстве насчитывается около 80 голов яков, при плод этого года более 20 телят. По инициативе одного из банков страны, активно поддерживающих фермеров, был запущен проект в регионах, направленный на объединение всех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. Так появились амбассадоры банка, живущие в десятках регионов страны, чьи фото разместили в московском метрополитене. В их числе и оказался наш яковод. На выставке представлены фотографии реальных фермеров. 28 человек из разных регионов страны, в том числе и фото Караката Дангака из Тувы. Выставка реализуется в рамках популяризации сельского хозяйства и формирования позитивного образа российского фермера. В переходе со станции метро «Динамо» на станцию большой кольцевой линии «Петровский парк» и можно увидеть фотографию нашего земляка-фермера. Посмотреть на сельхозтоваропроизводителей со всех регионов страны можно будет до 11 ноября. Арлана Байтуба, Тырбазан, Мирана Эргит, телеканал «Тува-24».